Наша програма продовжує знайомити глядачів з різними видами народного мистецтва – техніками створення ляльок. Пропонуємо освоїти оригінальний, сучасний метод. У його основі – принцип намотування нитки на природній матеріал – дерево. Сьогодні ми спробуємо, так би мовити, побачити ляльку в звичайних гілочках. От елементарна, звичайна ветка, яка валяється на земле после ветра. Дети наблюдают за своими находками, да, то, что находят, и видят людей. И в данный момент мне нужно не просто вот ровный человечек, а какой-то изгиб, какое-то движение. И можно что-то добавить, какую-то ветку сломать, прикрутить, допустим, выше, ниже, лишь бы был красивый изгиб тела, как позвоночника. Ну, допустим, вот ветки, которые находят, а вот ветка, которая подготовлена. То есть ручку мы прикрепили, здесь была оторвана, обломана веточка, мы ее прикрутили, нашли изгиб. Эта ручка работает, ножка как будто назад идет, прикрутили. Сапожки тут будут намотаны. Прикрутили кончики, чтобы были ножки. И, в принципе, эффект движения, эффект человечка у нас есть. Для работы, окрім гілок, нам знадобляться нитки для мотання, ножиці, поролон. І, звичайно, фантазія, уява для створення образу ляльки. Голову заміняємо якоюсь поролоновою губкою. Или можно намотать любую нитку, если она толстая. Берем ниточку и просто заматываем. Это очень элементарно, но заматываем так, чтобы не было видно наша губка подготовленная. Вот рядышком, рядышком, вверх пошли, потом вниз. Только не сильно мы пережимаем. Цветной фон губки не должен быть. Получается вот такая вещь в итоге. Все перемотанное. Вот мы намотали голову, вот мы намотали ручки. По цвету мы подбираем все что угодно. Также, видите, перематывается, ну как плахта стилизованная. Она может быть разных цветов. На данный момент мы выбрали три цвета основных. Натуральный серый, молочный и красный. Пожалуйста, волосы... Можно черным сделать, можно вот серым другого оттенка нашли. Лишь бы не было все такое пестрое, тогда это будет более стильно. И получается вот движение, пожалуйста, такая вот кукла. Крестик, как в мотанках национальных, мы обязательно крестик соблюдаем. Ну, в данный момент мы, так как это наше современное решение, мы его немножечко изменили, подвинули. Это фокусируется взгляд нашей куклы. То есть кукла не на нас смотрит, а вот куда-то в сторону она ногу подняла, летит, танцует. Наблюдать, какие веточки вам напоминают человека, особенно ножки. Ножка в движении, согнутая, там в сторону направленная. Ручки можно примотать. Символ креста мы сохраняем в кукле. Можно с ручками уже найти ветку и начинать обматывать с ножек контрастным цветом, светлым, ну как тело. Вот, потом... относительно цвета ног подбираем контраст к юбке. Параллельно вспоминаем, из чего состоит народная украинская одежда. Это все в голове всплывает тут же, все знания с садика, со школы, все, что говорили учителя, дети не слушали, они все в работе тут за 2 минуты в кукле и проявляются.
из чего состоит украинская одежда. Начинается и плахта, и сорочка разными цветами выматываться. И в итоге голова, которая состоит из поролона или из мятой бумаги, форму головы мы наматываем тоже нитками, фиксируем взгляд крестиком и цепляем волосы. Волосы или головной убор – это обязательно. Мы отошли немножко в сторону в нестандартных мотанках из палочек. Крестик мы нарушили, да, направление крестика. Но это, я считаю, не так страшно. Крестик не вертикальный, а немножечко косой. Но это как человек, ну как, он сам хочет, это его мысли, это что-то нестандартное. Это взгляд этой куклы вдаль, фиксируется просто взгляд. Смотрите, тоже она мотается, можно использовать мешковину, любую ткань, ленточку. Все замотали, не нужно ничего шить иголками, просто ручки и нитка, все. Главная динамика это что? Это движение, это порыв. И как таковой нам природа дает ветки не статические, ровные, вот они вот как вырезаны, а в изгибе, очень красивые природные изломы. И это очень развивает мышление творческое у детей. И если дети видят в каком-то, я не знаю, таком незамысловатом, да, что-то живое, это же прекрасно. З особливостями техніки ознайомилися, спробуємо на практиці застосувати набуті знання. Ножку ми вибираємо, якийсь цвіт. І починаємо мотати. Ну, давайте я зараз оторву нитку. Вибираємо длину нитки. Всю ножку не потрібно мотати, тільки ту частину, яка буде виглядати. Правая рука, левая рука, все идет процесс. Намотали близко, пусть немножечко просвечивает веточка, это все будет более живое. Можно отрезать, ножницы можно использовать, естественно. Просто мы ничего не пришиваем. Где-то мы сделали, да? Вторую ножку также. Намотаем. Я вам быстренько просто покажу принцип юбки. Отрезаем. Теперь берем красную. Допустим, юбка у нас красная. Можем сверху начинать юбку, можем снизу начинать юбку. То есть мы ножку сделали. Ну, допустим, пошла у нас юбка. Одна вверх, другая вниз. Вверх-вниз. Это даст красивый рисунок юбки. Можно вверх-вниз, а можно просто в одну сторону. Все сучки, вот что у меня на ножках, вот торчащие сучки, они тормозят нитку, и нитка не съезжается. Если у вас идеально ровная веточка, можно немножко клеем обмазать вот тут. И будет приклеиваться, не будет съезжать веточка.
просто наматываем. Не стягиваем. Аккуратненько, не волнуемся. Ну вот пошла юбочка. Ми переконалися, сучасний світ ляльок надзвичайно різноманітний. Образ можна створити з будь-якого матеріалу, наприклад, з пластикової пляшки. Такі роботи не складні, а результат вражає своєю красою. Ось у нас кукла на бутилці. Ми беремо тесто соленое, обичне тесто, соль, вода. І начинаем, видите, оно немножко вот съехало здесь, вот это, ну, как эффект ткани получили. И тоже берем тело на фольгу, это тоже фольга, и все обкладываем тестом, оно высыхает, также мотаем волосы тут сверху, делаем бусы. Ну, то есть это на бутылке, на самом деле. Также можно обмотать. Это все ниточками вот так обматываем, обматываем, обматываем. Будет, в общем, масса решений в современном исполнении куклы. Пробуйте, у вас все получится. Найголовніше, що процес виготовлення іграшки або оберега приносив задоволення.